10 февраля прошел ровно год с момента пропажи двух малышей в поселке Песочное Ярославской области – 7-летней Даши Жаворонковой и 6-летнего Вани Мирова. И весь этот поиск в Песочном не отпускал. Мы возвращались к нему и возвращаемся опять. В разговорах, в попытках сделать что-то, чего не было сделано до этого. Сотрудники организации, по содействию в поиске пропавших детей, не успевали спать. Их не видели дома сутками, они не вылезали из леса, из забросов и из обработки звонков на горячую линию. Самое трудное было тогда отказаться от поиска на местности, понимая, что отработано все, и те места, где дети реально могли быть, и те их, где быть не могло. В начале марта с помощью агентства «Два слона» Ярспас откроет две рекламные конструкции с фотографиями детей на въезде в Ярославль и на трассе Ярославль-Рыбинск. Оператор связи МТС будет распространять ориентировки через свои точки продажи, распечатывая их всем желающим. В течение года поиски велись очень тщательно. Каждая кочка, покрытая тиной, каждый обрывок одежды, становился предметом внимания. В итоге не нашли ничего. Ни перчатки, ни шапочки, ни лоскуточка одежды, хоть приблизительно напоминающих одежду малышей. Об этом поиске можно говорить бесконечно. Да лучше бы мы никогда о нем и не знали. Двум вещам поиск Даши и Вани нас научил совершенно точно. Первое – ценить людей. Второе – никогда не сдаваться, пока нет результата. Люди, которые были в Песочном, отозвавшись в тот первый день, 11 февраля 2014 года, на отчаянный крик в соцсетях, бросили все свои дела посреди рабочей недели и примчались на помощь, потому что пропали дети. Работа по поиску Даши и Вани идет и по сей день. Информация, которая поступает на горячую линию, продолжает перепроверяться и отрабатываться всякий раз. Шансов найти малышей мало, но они все-таки есть.